Погодка. Супер. Сегодня тепло прям. Тепло. Хорошо. Аж подтаивает. Мы сямбу ведем на каток. Да? Андрюха потом вечером пойдет с друзьями. А ее с собой не берут. Придется самим везти. Мы тут решили без машины. Пишем. Жирок растрясти. Жирок идет мой. Трясет. Ага. Да, пойдем и на каток. Да, пешочком. Пошли. Работает хорошо, а то тает. Шли и думали, будет работать, не будет. Ну, это у нас вот здесь, где акварель, каточек. Сейчас встанет, да? Я умею катать. Да, когда последний раз каталась. 3-2 года. Угу. 41. Или 42. Нормально, а? Не жмёт, ничего. 42 или 45? Давайте 42. Куклу нашу тут еще одеть надо, да? А я не умею замки называть. О, как же, любишь кататься, люби самочки возить, да. У меня есть папа. Есть папа, бедный папа уже, он вспотел с тобой. Ты, батя, сапожки свои пока сложи, аккуратно поставь. По бортику. Чучуня. Вспоминай давай. А нету вот этой, Антош, перекладинки, может? Не знаю. Ну да, коровушка на льду. Когда-то каталась, забыла. Мы на рыбалке даже с ней брали, на речке. Да, там. Но сейчас вспомню, надеюсь. Ты вот так, вот, как лыжами, вот так отталкиваешься. Во. Во. Все, бери, катайся пока. Мне страшно. Ну, хоть чуть-чуть. Может, сейчас еще получше будет. Сейчас. Разошлась, разошлась. Так, ее положить очки куда? Никуда, в карман к себе. Уже чертанулись разочек. Так, чуть отдыхаешь сейчас и опять пойдем пробежка. Я могу только вот так пробежать. Но у меня оно просто не можно вот так. Ну так умеет. Чертанулась. А я просто так делаю. Все. Все? Все. Устала? Да. Устала. Газ, а у растений наоборот. Они вдыхают углекислый газ и перерабатывают его в кислород. Прикольно. Обновили сейчас. Че, нормально да. Тебе, да? И нормально. А? Да, собака? Бабака. Бабака.
Попока? Джинни. Джинни. Раскидали тут все тапки, да? Джинни. Что там тут? Составными обмен веществ. Джинни. У тебя хороший обмен веществ? А, Женя? Дальше. Хороший? Хороший, да. Гули-гули-гули. А, Женя? Благодаря обмену дай веществ... Молодец. Котят котик. У котов котята. У людей тоже люди со смешанными ДНК родителями. Дальше раздражение. Что ты кружишь? А? Нападать будешь? У нас чаще всего нападать будешь? Из-за изменения климата. Например, вот у нас, например, вчера или там весь год была солнечная, яркая погода. Качай. Попалась? Попалась? Когда? Ты что, ищите вот? Ух ты, что орёшь? Ух ты, такой же орёшь? Палку подняли свою. Вот ты такая. Типа агрессирую. О, агрессор какой. Агрессор. О, вот это агрессор. Девчули, а мне Леночка прислала красоту морскую. Так, пока разбирала каждую ракушку, вот так вот обернула мхом. И вовнутрь, и сверху. Так что у меня еще такое вот безотходное. У меня уже вон сколько мха. Причем отличного, пушистого, вкусного. Вот такие вот красавицы. Вот таких две. Так. Не понял. А, вон она. И вот таких вот две красивых. И вот такие вон. Разные размера. Тоже мужа задачу. Как-то их надо опять почистить, красиво лаком покрыть. И вот такой вот еще контейнер, тоже видите, все в мхе. Тут все закрыто было. Красота, прикиньте. О, какая еще красивучая. С их моря. Хочу их красивые-красивые сделать, на стеллажик поставить. Вот это Приморье. Вот это красота. Разные тут. Сейчас я их разберу. И прислала, еще ни разу не пробовала. Чага, девчонки, говорит, для иммунитета. Ну, муж с вечером. Вечером придет с работы. Мне напилит. Кусочками заваривать буду. И брусника с сахаром. Прикиньте. Как вкусно мне будет. Леночечка, спасибо огромное. Огромное. Ням-ням-ням. А вот это вообще красоты такие. Мне даже тут морской песочек попался. Красота. Море, море.